Будь зайкой, сбегай к Тони за большой пиццей с сыром для мамы. Но здесь нет денег. Сама заплатишь. Я в курсе, сколько ты зарабатываешь. За работу. Что скажешь, если переедем в Калифорнию? Ты не против? Точно? Значит, договорились. Тема такая. Я нашел нам работу. У этого хрена припрятано 300 кусков! Он что, слепой? Что-то как-то не хочется грабить слепого. То, что он слепой, не значит, что он святой, бро. Это плевое дело. Говорят, какая-то девчонка сбила его дочку. Дочка погибла, и семья девчонки отбашляла ему по полной. Этот мужик ветеран-одиночка. Получилось? Конечно, спит как младенец. Ребят, если где-то прятать деньги, то там. А пистолет тебе зачем? Кто здесь? Слушай, мужик, расслабься, ладно? Стой, где стоишь. Предупреждаю! Это я. Похоже, я облажался по-крупному. Нет, 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 нет. Теперь вы увидите, что вижу я. Алекс! Дыши.